Я даже не думала, что можно неправильно сделать обводку, пока не почитала комментарии. Результаты моих прошлых обводок вы даже назвали стильными. И в комментариях вы надавали кучу советов, как сделать обводку так, чтобы она выглядела убого. Поэтому сейчас контуры я делаю уже не карандашом 6B, а какой-то мягкой кистью. Это уже выглядит просто ужасно. Обиднее всего, конечно, за собаку. Мягкой кистью начинаю раскрашивать. Мыльно, мыльно, но так и нужно. Мне посоветовали выбирать грязные цвета для теней, кислотные цвета для одежды и вот все такое, чтобы это все смотрелось максимально неуместно друг с другом. А потом я решила добавить немножко румянца, ну типа, почему бы и да. Добавляем ужасных узорчиков на фон и подпись на пол рисунка, чтобы наш шедевр точно никто не украл. И получается вот такая картинка, надеюсь, теперь все верно.